Крыму за сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 22 человека. 11 заболевших выявлены при тестировании людей из круга ранее зараженных. Еще 11 человек с симптомами COVID обратились за медицинской помощью сами. Данные оперативной сводки на своей странице ВКонтакте приводит глава Крыма Сергей Аксенов. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезенные из субъектов Российской Федерации и лица, выявленные по контакту с ними, 371 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 при лабораторном скрининге здоровых лиц, выздоровевших за весь период 361 человек, уточнил Сергей Аксенов. А в Севастополе по состоянию на утро 13 июня зарегистрировано 2 новых случая коронавируса. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 181 человек, выздоровело 152 человека, трое умерли. В инфекционной больнице остаются под наблюдением 113 человек, в городской больнице номер 9 – 83 пациента. Под наблюдением по месту жительства 751 человек. За 12 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале Севастополя прошли 421 человек. Работу в режиме обсерватора продолжает пансионат «Изумруд».